Доброе утро. 5 утра. Опять в машине. Опять аэропорт. Сынуля улетает домой. Опять на парковке. Опять пойдем на автобус. И в аэропорт. Все. Все, попрощались. Посадочку пошел. Проводила от автобуса на Лондон, а я на свой автобус на паркинг. Грустно, конечно, но тоже домой хочется. Автобус. Захожу. Автобус пустой, обратно. Грустно, конечно, когда расставаться, но что поделаешь. На выезде парковки, это на высадку. Все, я уже на паркинге. Время 6 часов 10 минут. Поеду домой будить своих мальчишек, кормить завтраком и вести в школу. С паркинга аэропорт рукой подать. Вот и самолет, я думаю, сынули. На Визаэр летит. Надеюсь, долетит сегодня. Хорошо и поспит. Сейчас выпустит меня из парковки. Все, поехала. Время 6:40 утра. Сынулю я провела. Приехала домой. Начинаются опять будни. Пока-пока.